Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. В общем, как вы помните, сыграл я, короче, очень интересные, сложные бои на Брюсе. Это было невероятно. Но, так, чтобы был, как бы, баланс, да, в плане игры на персонаж, поэтому мы на бак я тоже отправимся в соло-бои. Фух, да. Я представляю, что будет сборочка, тоже возьму такую, чтобы не было, как бы, это самое там... Ну, в плане того, что, типа, один персонаж с одной сборкой, другой с другой, типа, не, ну, неравный шанс, все дела. Поэтому, как бы, взяли и погнали. Как бы, ну, так, тут и так не будут неравные шансы, потому что каждый бой — это отдельная ситуация, которая не подразумевает одинаковых шансов игры. 1600, 1400, и я такой 1200, еле-еле набравший, да? Приятно, приятно. Ну вот. Там золотая гранатка была внизу. Ну, конечно, бот важнее, чем золотая граната, это 100%, потому что аптечка — это самое ценное, что есть в этой игре. Пока что. Я вижу там копье, за которым выехал какой-то Генри. Уровень Генри я не видел, поэтому... Одной гранаткой пол хп снес! Ну ладно, там было, не... там было больше, чем одна гранатка, но все равно. За шо, Ник, за шо? Ну, я даже аптечку прожать не успел, понимаете? Ну... Ах, баланс, баланс, ты где, выходи, выходи. Ну вот, сколько? 1555, и мои 1200. Какого фига 350 разниц? Какого? Ну, 16, ах, это нечто. Короче, чтобы взять 1400 рейтинга, мне нужен 16-17 уровень. Ну, мне нравится, да? Чувствую, бои будут классные. Надеюсь, ниже 1200 я не уйду под конец. Хотя, судя по всему, будет попа-боль. Попа-боль будет конкретно. Не, ну баланс в игре в зубы — это отдельный разговор. Когда-нибудь они его все-таки сделают. В скобочках нет. Все мы это знаем прекрасно, что они его не сделают, но... Вера, она, конечно, умрет последней. Крутой лут, да? Очень. Интересно, кто это снизу был? А, слон 13. Ну да. Кто бы еще это мог быть? А слона надо защищаться, как говорится. У меня сейчас есть единственный вариант. Ага, нету ничего. Нет у меня вариантов, ребятки. Я сейчас просто пойду и умру от Никса, как обычно. Хотя, на самом деле, мне надо было оставаться вверху. Что-то там делать, пытаться... Пытаться, да. Сколько лута. Сколько ботов. 16-й краб. За что? За что? Не, ну, видимо, все. Это... Смерть соло-боёв, я больше сюда не приду. До конца второй недели. Думаю, нет смысла заходить в соло-бои. Будем играть командные. Там просто есть плюс в чем. К вам могут попасться. Слоник, не мешай, ну. Ну все, я погиб, да? Крабик, отпусти меня, а? Братиш. На тебе бочку. Сейчас Никс меня убьет. Ребят, ну я просто рейтинг сливаю. Это некрасиво. Ну блин, ну я должен играть именно так. Потому что Брюс играл в сложных боях? Играл. Значит, и Бак должен играть в сложных боях. Это баланс. Придется терпеть. И надеяться на крупную удачу, которая крупно ней никогда не зайдет. Так, ну что, в этот раз мне прям суперски повезло, у меня есть бот и золотая граната. Это, считайте, 99% на победу, в скобочках. Ну, это на 99% больше, чем было в прошлом бою. Можно так сказать. Бочки все ломаем по-любому, потому что бочколюбов, как вы заметили... Знаете, вот я хотел сказать раньше, что бочколюбов стало меньше. Но это не так, вообще ни разу не так. Бочколюбов как было много, так и осталось много. Особенно не на Никсах. Ну, это Никсы, это стабильность. Так, посмотрим, какой там уровень сейчас прибежит меня убивать. Не, ну я, в принципе, дерзкий. Меня не так просто взять, на самом деле. Чё себе Никс позволяет? Я офигеваю просто. Ребятки, знаете, сейчас самое обидное, что было? Вот я такой стою, да? Ну вот вы меня, наверное, выслушаете. Короче, я стою в огне, да? Разворачиваюсь на Никса. После разворота прошло
Секунд 10, вот честно. Если не... Капец, он без аптечек играл. Секунд 10 прошло. Ну да. Чего я ожидал? Чего я ожидал? В общем, рассказываю. Я стою в огне. Ну, по бомбами, своими, не своими. Стоит Никс. Притык ко мне неадекватный, полностью отбитый на голову Никс. Там, скорее всего, с инструментами, копим и всем остальным. В общем, стоит он мне, кидает гранат. Я такой повернулся на него. Встаю. Секунды 3 простыло, а то и 5. В этой позиции. Нажал активный навык, и он у меня бак убежал вниз. Это было настолько просто. И все из-за этой микроошибки. Это не, знаете, это даже была не ошибка, это просто был баг. Просто баг, который захотел побежать вниз, когда я его направлял вправо. Это невероятно, это нереально. Мне так с этого сейчас горит. Из-за этой микроошибки я Никса дольше убивал, он мне больше урона нанес, и в итоге я проиграл из этого. Просто из-за этой микроситуации. Это настолько... Как у меня горит это? У меня просто слов нету. Ой, ну вас нафиг, я туда не... Да что ты делаешь, Бак, ты вообще офигел тут, что ли? А, ну да, впритык не попал, ну конечно. Иди отсюда. Ну конечно, сейчас кто-то другой прибежит, заберет моего пса, скорее всего, да? А точнее, меня сейчас... Видите, вот в чем прикол у них сов? Они просто берут и убегают. Они просто берут и убегают. Сейчас они друг друга поубивают. И все. Вот что мне сейчас делать? Хилок нету, все разбежались. Вот, как бы, геймплей на баке, блядь. Фух. Ну, есть шанс, короче, подловить Никса. Шанс подловить Никса закончился. Не, ну, мне сейчас надо очень аккуратно сыграть, если сейчас этого не сделают. Ну, почему? Я был так близок к победе, понимаете? Вы просто не представляете, как я был близок к победе. Да куда ты... Вы это видели, не просто впритык. Это было просто... Я впритул к Никсу нажал автодробовиком выстрел. Понимаете, впритык к Никсу нажал автодробовиком выстрел. И он промахнулся. Он промахнулся впритык к Никсу. Это... Просто не горит. У меня просто не горит. Ну и количество Никсов, да. Один бак и 6 Никсов. Можно мемы... про диван делать. Ну, сделаю, короче, мем про диван на заставочку полевого. Ой, ну у меня слов нету. У меня просто горит. 8 минут веселья, минус 20... Не, минус 30 рейтинга уже, да? Ах, это кайф. Это кайф, который... которого мне не хватало, вот. Напряженные бои. Без шанса на победу. Это то, что я люблю. Не, ну серьезно, короче, завязываем с соло боями. Вообще в ноль. Да, 16-й кролис еще, ребят. Он, видимо, не знает, что такое баг и ярость. Видимо, нет. Зато он в себя очень сильно поверил. Он же вроде бы выстрелил в меня с дробовика. Если я не ошибаюсь. Не, Брюс, ты, прости, конечно, но ты моя добыча. Без обид. Капец. Хамелеон. Бочколюб. Ну, а чё? А чё ожидать, да, от хамелеона, в принципе? Какой там, кстати, уровень, я не заметил. 12-й. Кстати, видели, я хамелеона не застанил, хотя рядом с ним был. Очень близко. Ошибки сейчас допускаю. Вот эта драка с хамелеоном, она того не стоила, как по мне. Потому что минус аптечка, я... 16-й. А почему? Надо убегать, надо убегать. Там 16, я не хочу с 16 драться. У меня только одна жизнь. Не, ну... Вот же ж ты, хамелеонская морда. Ну давай, быкани на меня, давай. А тут еще копье есть. Давай, давай, быкани, быкани. Он не быканет, 100% ставлю. Выкони на меня, давай, Хамелеш. Покажи, на что ты можешь. Давай, давай, покажи. Выкони, выкони, давай, Хамелеш. Стоит снизу, по-любому. А он не успеет меня за... убивать, скорее всего.
Не, ну вы... Не, ну это беспредел, ребят. Ну, что я могу сказать? Это беспредел. Короче, сделаем сейчас мув интересный. Вот такой вот. Забайт на хамелеона, короче. Блин. Не получилось забайтить. Кстати, посмотрите, чел на пингвине играет. А, ну это тоже, знаете, вот... Те, кто апают рейтинг. Блин. Они мне оба... Ай, ладно, все, короче. Из этого пингвина весь план порушился. Ну, пингвин типичный, чё. А все, минус хамелеон. Домой! Ну, вас, домой. Попался. Просто взяли и разбежались. Опа, седьмой уровень. Офигеть, просто. Вот они, видите, как рейтинг апают. Им это норм. Ах, мои шансы на победу. А, они, кстати, вместе играют вот это. Хамелеон. Если чё. У меня сейчас есть вариант, кстати, неплохо залутаться. Вот здесь вот. С Никса, к примеру. Ну, шанс был, конечно, да. Был. Опа, аптечка надо брать, пока не поздно. Надо брать, пока не поздно. Кстати, посмотрите, они тут все объединились, короче. В одну отряду. В один отряд. Такой жесткий. Я просто мешу тут всех. Блин, все-таки меня задавили. Ну просто челики стоят, друг друга не трогают, офигеть. Хамелеон везучий, выжил каким-то чудом. Ну вот, если бы сейчас сделали статистику по урону на персонажа, то баг бы был, наверное, один из топовых по урону. Я тут столько урона вкинул, это просто было невероятно. Залетаешь в этих троих, залетаешь там в троих, там в четверых, там в двоих. Просто, неважно, кто твой противник, просто залетаешь в него и начинаешь разваливать. Золотая гранатка, кстати, это позволяло. Но, чё, плюс 7 рейтинга. Возможно, стоило действовать более пассивно, но мне так неинтересно. Все равно, если вау рейтинг, какая разница, как действовать, да? Ну, это, наверное, кстати, последний бой будет, ребят. Если, конечно, я сейчас вначале сам не умру. А судя по тому, что здесь находится легендарный бот, судя по тому, что со мной тут Никс, Хамелеон и все такое. Хотя давайте с ними повеселимся. Чё, я чё, зря сюда приходил, что ли? Я ж не зря сюда пришел, да? Опа, Никс достался мне, как бы, изи карточка. А, сейчас меня будут убивать Брюс. Так, надо срочно сейчас убежать и найти хоть какой-нибудь лут. Без лута хоть каком-нибудь я просто сейчас не, ну, не смогу себе показать. А чё здесь бот? Я взял! Фартит. Вот это фартануло, конечно. Сейчас бы легендарный дроп взять. Капец. Со всех сторон душат. А я с легендарным дропом. И серой гранатой. Вот это успех. Вот это успех, да? Чё, зайдем под купол? Опа, аптечка. Изи, повезло. Хорошо, что радиус у легендарного... Так, какой уровень? Уровень не видно. Плохо. Так, я пойду в кусты, это, блин, это лучший план, который я мог придумать на данный момент. Просто мега план. Забегаем в кусты и теперь убегаем. Теперь прячемся. Пока что у меня легендарный добовик есть. Так, сейчас копьем залутаем. После копья желательно найти, конечно, гранату получше. Хотя бы серебро. Хотя бы какую-нибудь получше, да. Даже не серебро. И в идеале просто просидеть до конца. Блин, зона не туда, куда нужно идет. Все, короче, я рип сейчас буду. Ну ладно, надо тянуть время. Как говорится, выжимать с бака все, что можно. Если сейчас кого-то станом словлю, то есть шанс на вторую аптечку, в принципе. Легендарный дробовик мне должен по урону хорошо помочь. Опять же, граната слабая, в этом проблема большая, потому что граната на баке это... Блин, выходить, брать эту гранату опасно. Но рискнем. Как говорится, кто не рискует, тот не побеждает. Наверное. Так, и назад кустик. Все, вроде бы мув года я сделал. Сидим. Сейчас, конечно, есть вариант вот так вот посидеть здесь. Блин, неудобное место, конечно. Хочется как-то встать. Во, вот так вот встал. Если кто-то будет идти, я сразу нажму активный навык. Сразу стан пойдет. Бахну гранатку, дробовик, и вроде будет сразу изи килл. Ну, если там не 15 уровень какой-нибудь жесткий. Если там не будет укола под адреналина с аптечками. Фух, геймплей на баке, сидишь, ждешь. Палец, как говорится, на кнопочке, уже готов. Блин, страшно. Кто же на меня выйдет? Или не выйдет вообще? Ну, я думаю, не выйдет. Там противников
Хотя 10 штук еще противников, посмотрите, капец. Я не хочу проигрывать, я хочу хотя бы вернуть тот рейтинг, который у меня был в этом бою. Спасибо тебе, Хамелеш. Так, сразу закидываем гранату на отсечение противников. И стенку поставим, бочка мне будет важнее. Ну что я могу сказать? Повезло? Ля. Блин, я сейчас не успею аптечку взять, меня сейчас убьют, скорее всего, да? Не, нормально все. Ой-ой-ой-ой, проблема, я сейчас ошибку допустил. Серьезную ошибку. Очень серьезную. Сразу в бочку. Ой, сейчас я большую ошибку опять допустил. Очень большую. Срочно забираем лут. Прям вообще с срочняком забираем. Не знаю, Генри, есть там хилка или нету. Да блин! Да блин, да сколько урона! Что это? Капец. О, смотрите, просто чел неадекват. Ладно, немножко неадекват. Блин, ну как обидно, вы не представляете. Тупо мой топ-1 был. Изи мой топ-1 был. Я вот, знаете, что сделал? Я думал, там больше, чем один противник. Это моя ошибка была. Если бы я знал, что там не... Ну... Только один Генри остался, я бы закинул гранату, понимаете, в чем прикол? Я бы закинул гранату, и было бы сейчас все норм, но я ее не закинул, и... Вот такой вот получается, ребят. Обидно, конечно, что я могу сказать. Ну ладно. Что есть, то есть, даже на баке все-таки получилось взять рейтинг, все-таки... Получится бак более имбовый, чем Брюс. Ну, чисто по урону, наверное, за счет этого, и за счет стана. Поэтому, ребятки, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.